Всем привет, с вами Садчиков Игорь, и сегодня будем готовить вот такую замечательную курочку с помидором, лучком, сыром и все это под майонезом. Нам понадобится филе бедра 400 грамм, 3 помидорки, 3 лука и сыра грамм 200-250. Еще и майонез. Берем филе бедра, укладываем его в пакет полиэтиленовый для того, чтобы отбить, чтобы не летели брызги и, соответственно, не запачкать ни посуду и ни разделочную доску. Так будет гораздо удобней. Натираем сыр на крупной терке. Укладываем филе бедра в стеклянную емкость. Слегка посолим. Нарезаем лук кольцами. Укладываем лук прямо на филе. Далее взял майонез, в крышечке проделал дырочку и вот таким образом наношу майонез прямо на лук. Удобно, хороший лайфхак, возьмите на вооружение. Сверху добавляем еще маленечко укропа, так, для вкуса. Нарезаем помидорку, тоже кольцами. И помидорку сверху укладываем прямо на укроп. Получилось так слоями. Интересно. И все обильно посыпаем сыром. Вот и все, приготовление закончилось. Сейчас ставим все это дело в духовочку на 30 минут 180 градусов. Отбитая курица готовится очень быстро. И вот курица приготовилась. Посмотрите, как это все вкусно выглядит. Всем приятного аппетита. С вами был Садчиков Игорь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем привет!